Привет, самые классные люди на планете. Это блог Ксюша Молоко, и это Ксюша Молоко в Берлине. Если вы ищете какое-то видео про достопримечательности, это не оно. Здесь будет просто неспешные 4 дня в Берлине, где мы ходим по всяким хипстерским, есть еще такое слово, кафешкам, гуляем, ищем галереи, покупаем книги и просто наслаждаемся 4 неспешными днями в Берлине. На этом видео я рассказываю, что мы гуляли по району Креузберг, и здесь нашли такой воскресный винтажный маркет, и здесь очень комфортно, уютно, видео на английском, я думала, что я снимаю все на английском, и да, поэтому сейчас я делаю voice-over, чтобы вам было понятно, но я рассуждаю о том, что это очень классно, приходить сюда каждые выходные, и есть фермерскую продукцию, и смотреть на вот эти все классные стенды. Потом мы отправились на большой крытый рынок или фудкорт, который называется Маркетхолле. Я сейчас зайду вместе с вами. И мне кажется, что его переоборудовали с... Или остался большой рынок. Я не сильна в истории, но это очень классное место. Меня поразило, что висит украинский флаг внутри. Мне это очень даже понравилось. И здесь были тоже манты. Была разная еда, узбекская, по-моему. Димсам, пицца, цветы, очень много всего крафтового, классного. Люди тут же сидят, кушают, очень классная атмосфера. Мне прям очень зашло, очень понравилось. Напомнила, знаете, что называется Киев фудкорт, а городская еда, не помню, Одесса фудмаркет, вот, и Киев фудмаркет. У меня был такой же вайб, мне было очень приятно оказаться в большом крытом помещении с едой. Вот это, например, лавка с сыром. Смотрите, сколько тут видов. Если бы я жила в Берлине, я бы обязательно туда ходила. And right here, there is a bookstore. It's new and used books, and I'm looking for a present, a cookbook. So now we're going inside. So yeah, that's how it looks like. И как вы поняли или не поняли из моего представления по-английски, я нашла книжный магазин с подержанными и новыми книгами на английском языке. Я искала подарок человеку, который увлекается кулинарией, и книга про еду. On the fridge here in Berlin, I'm telling you about my plans. So yeah, now I'm going to the East Side Museum. No, not East Side, East Wall, East Side Museum, yeah. And I'm going to see the wall with all the graffiti and the famous one. I got new rings. This is one of the new ones. It's like greenish, and there is also one more. It's a hard one. Yeah. So now we go there. Потом я решила пройтись пешком до East Side галереи. Это как раз та самая галерея, где много... Это часть Берлинской стены, которую превратили в галерею, там много граффити. И тот самый рисунок с Брежневым, он тоже там, поэтому я иду его искать. И по пути вижу такие живописные поезда, мосты, прикольных ребят, которые крутят педали на велосипеде и путешествуют. You, I'm crossing the bridge between the East Side Museum and a fancy hipster area called Krausmarkt. Okay. You reach the right one. It's a huge group of people standing here. I'm trying to make pictures in front of it. Атмосфера у этого места, честно сказать, так себе, просто длинная-длинная стена. Наверное, раньше она выполняла функцию барьера, это было очень важно. Сейчас же просто люди делают селфи на фоне этого всего. И здесь еще карманники и ребята, которые
делают, наперсточники это называется. Здесь много людей, все вот так вот ходят туда-сюда. Потом мы решили поисследовать современное искусство и отправились в музей, который называется Dark Matter. Это световые инсталляции, когда ты заходишь, по-моему, 16 было комнат, и там ты заходишь и смотришь, что происходит, какие-то шоу, после каких-то хочется просто сидеть и медитировать, потому что очень спокойно, очень красиво, все сопровождается музыкой. Я, наверное, вас оставлю одних, чтобы вы могли посмотреть. Я поснимала много чего, и мне, в общем, понравилось. Некоторые дни они проводят еще и вечернее шоу, вот в том районе, а пока мы вышли во двор и решили выйти к охлаждающему айс-латте и посидеть отдохнуть. Зал мне понравился больше всего. Здесь был такой большой айсберг, который меняет цвет от прикосновения. Было очень прикольно. Вот там, где я сижу, видите, синяя энергия, а там, где все остальное, там красное. И прикольно, как это работает. Не знаю, мне прям очень понравилось. Было кайфово. Фестиваль африканской еды. Мы поели вкусные курочки, попили коктейли, напитки, и дальше у нас был план. Красивая башня, да? Дальше мы отправились в такой тихий хипстерский район на камеди вечер, камеди клуба. Здесь было много всяких бутичков, он магазин Самсю, это датский бренд, который мне очень нравится, мне тут много одежды. Там также были магазины Ани Вин, много классных кофеен, и в этом районе Берлина я бы смогла жить, он такой вообще не похож на Берлин. И вот мы оказались уже в камеди. In the front, he gets all fragile, and then he takes it out on me, like it's my fault. So you've all helped me out, so the front three rows, in the break, you get extra shots on me. How's that? How's that? Extra shots. You know, because I want a dog, but my wife wants to be a good person, which is very annoying. Like, I swear to God, every dog she'll bring me, she'll be like, I found us the perfect dog. It's been living on the streets of Uzbekistan for the last 7 years. Yes or no? Yes or no? Oh no! Oh no!
Oh no! Надеюсь, это было неправильно показывать вам. Мы проголодались и поехали в известный мустафасский паб. И там совсем не было очереди, наверное, потому что это была полночь. Но у них уже не было курицы, были только вегетарианские варианты. Outfit check. So today I'm wearing a pink, dusty pink jacket. The green sweater that I put as a skirt or as baska. Then some Oxford shoes, loafers. That's how it looks all together. Quite strange, but так, после того, как я вам показала свой лук, мы отправились в кофейню, в пекарню даже. Называется Zeit für Brot. Наверное, я правильно сказала, возможно, нет, но звучало немного по-немецки. И они делают очень вкусные синнамон-боны. Мы специально пришли для того, чтобы поесть синнамон-боны и выпить кофе. Нам было очень сложно выбрать, и мы взяли три булочки и кофе, и это было лишнее, потому что они настолько сытные, что их невозможно... И мы шли на барахолку в парке, но по пути нашли вот такой замечательный магазин с журналами. Здесь был Vogue просто 5 или 6 стран. Очень много всяких ярких красочных журналов. Мне бы хотелось иметь дома библиотеку с такими классными, класснючими журналами. What's it? Oh, this looks like a beach. Oh, that's nice. And no, it's like a series about like how you treat sharks, I guess. Someday, okay. Wait outside.
as the city swells, yet it's out. Driving down, hiding behind the lights, you're in my mood.